Житель острова Ягра обратился в нашу редакцию с беспокойным сообщением. На побережье Белого моря после недавнего шторма выбросило большое количество разнообразных моллюсков. Северодвинец никогда прежде такого явления не наблюдал и винит в случившемся экологию. Игорь Поташев часто прогуливается по Ягринскому пляжу. Даже холодное время года не исключение. Но выйдя в очередной раз на берег, поразился. Такого количества раковин моллюсков он еще не видел даже после самого сильного шторма. Очень много ракушек, я такого вообще не видал. Ну, бывает, потому что шторм выкидывает, но не в таком количестве, конечно. Тут вообще их десятки тысяч, наверное. Конечно. Они же морскую воду цедят через себя, питали, но сейчас собирают. Если вода отравлена, то они, конечно, будут отмирать, наверное, в любом случае. На побережье, особенно курортных городов, можно найти самые разные предметы. Люди специально отправляются на поиски с металлоискателем. Наш герой ничего не ищет, а просто любуется морем и собирает ракушки. О том, что причина такого большого их количества в городской экологии, нас разуверили. Но если посмотреть, то все эти, большинство этих раковин, это уже мертвые, отжившие свое, как раз моллюски, и они не являются какой-то жертвой катастроф или так далее. То есть здесь совпадение нескольких факторов. У каждого шторма есть свой характер, говорят специалисты. Что выбросить на берег, зависит от времени года, силы и направления ветра. Бывает, когда после шторма на берег выкидывают только водоросли, а в нашем случае морские раковины. Так что экологическая аномалия к такому явлению не причастна, подытожил эколог.